Проблему обманутых дольщиков в Хабаровском крае решат созданием регионального застройщика. Такой механизм предложил Михаил Дегтярев. Новое предприятие возьмет на себя обязательство завершить долгострой. Сейчас в крае 23 проблемных дома, квартиры в которых ждут почти 1700 человек. В следующем году планируется восстановить права порядка 600 собственников в 6 домах, а в 2023 году будет завершено строительство 13 многоквартирных домов для более чем 1000 хабаровчан. При этом граждане смогут получить компенсации из краевого бюджета, а передать права на квартиры этому застройщику. Такие механизмы в других регионах вполне показали и доказали свою жизнеспособность. Поэтому Минстрою прошу этот опыт изучить и предложение мне дать. Успешное решение проблемы дольщиков станет одним из пунктов дорожной карты по достижению цели ввода 1 миллиона квадратных метров нового жилья в год. Такое поручение региону дал президент России Владимир Путин.